Эту песню Людмилы Сенчиной исполняли не раз на сцене, но петь на выпускном ее все равно волнительно, признается солистка Анна Миклина. Девушка закончила дирижерско-хоровое отделение. Для нее это уже второе образование. Первое высшее получала в питерском политехе. Но Анна всегда хотела петь, поэтому решила осуществить свою мечту. И хотя выпускница в детстве не ходила в музшколу, талант проявил себя. Девушка заканчивает училище с красным дипломом. Для меня это было таким сюрпризом. Я никогда не стремилась к тому, чтобы получить красный диплом, и когда я уже поставила практически последние оценки, мне говорят: а ты узнавала, у тебя вообще претендуешь ты на красный диплом? Я говорю: нет, да я думаю, что нет. И когда мне сказали, что у меня красный диплом, у меня, наверное, неделю были такие глаза. Ну, я просто делала то, что от меня зависело, то, что я могла. Анна – одна из семи отличников этого курса. А всего в этом году стены училища покинули 56 теперь уже дипломированных специалистов. Преподаватель заявляет, что среди выпускников много способных ребят. Хороший курс, да. Сейчас вообще ведь мало. Сейчас, если человек не талантливый, он редко учится. Обычно придут все хорошие. Курс очень хороший, насколько я знаю, госэкзамены практически все на пятерке сдали. В училище работает более 70 преподавателей, у некоторых педагогический стаж почти как у самого заведения. В этом году учреждению исполняется 48 лет. В этом учебном году студентов готовили по 6 направлениям. Мы готовим музыкантов, хореографов, художников. Но в этом году мы открыли новое отделение театральное. У нас был большой конкурс на театральное отделение. Ребята работают уже на первом курсе. Новое отделение откроется и в этом году. Абитуриенты могут подавать документы на направление бальные танцы. Единственное в нашей области. В училище считают этот новый курс перспективным. В принципе, правильно, потому что у нас не было такого отделения. И большинство даже известных бальников нашего города просто уезжали в другие институты, потому что они были только в другом городе. Поэтому это будет плюсом, то, что наши спортсмены не будут от нас уезжать. Многие выпускники уезжают из Череповца обучаться дальше, потому что училище дает только среднее профобразование. Сетуют преподаватели. Но те, кто остается в городе, вносят свой вклад в культуру. Например, Анну ждет группа, где она солистка, и 4-я музыкальная школа, где она будет преподавать. Рафик Исаев, Александр Шагичев, Сергей Павлов. Новости.